Россия и другие страны ОДКБ, то есть Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан могут столкнуться с серьезными рисками, как собственной безопасности, так и безопасности в целом на пространстве СНГ. Дело в том, что с 16 сентября Армения получит председательство в ОДКБ, передает ДАЯС со ссылкой на СМИ6.ру. Как можно допустить к председательству в этой организации страну, которая уже является форпостом западных стран, в частности США и Франции? Армения, член ОДКБ, призывает в регион НАТО. Армения открыла дорогу и пытается ввести в зону размещения российских миротворцев военный контингент Франции и США. Армения, по сути, уже является форпостом НАТО в регионе, но еще продолжает имитировать свое присутствие в ОДКБ, чтобы успеть развалить эту организацию, а далее и Россию. Союзники Армении – это Франция. Россия и Армения больше не союзники, да по большому счету и не были ими. Армения использовала Россию в своих интересах, пока это было возможно. Армения также разваливает трехстороннее заявление о мире в Карабахе, подписанное под модерацией президента Российской Федерации Владимира Путина. Армения давно и упорно пытается втянуть Россию и ОДКБ в войну в Карабахе. Война уже завершена. Мир был достигнут с участием России с тем, чтобы не допустить большой войны у российских границ, чтобы не допустить гибели российских, казахских, белорусских и других солдат за интересы страны-оккупанта, который постоянно претендует на земли других государств. Они претендуют на земли Азербайджана, Грузии, Турции и России. Посмотрите на их карту Великой Армении. Там как раз присутствует Российское Причерноморье. Разве эти земли уже не заселены армянами, со всем пакетом готовых к реализации социокультурных и политических требований? Россия и другие страны ОДКБ долго противились армянским авантюрам. Но сейчас похоже, что Ереван и его внешние покровители близки к своей цели, как никогда. Как можно допустить эту страну к председательству в ОДКБ? Давайте вспомним, как премьер Армении Никол Пашинян пытался девальвировать, разрушить ОДКБ, какие провокации были устроены им и его прозападной командой с целью развала этой организации. А теперь риски лишь возросли. Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос о размещении по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений. Председательство Армении в ОДКБ – это возврат к планам Армении, от которых эта страна никогда не отказывалась ввергнуть Россию в войну, как с целью реализации своих территориальных претензий, так и в интересах Запада, который стремится ослабить Россию любыми способами накануне глобального передела мира. С этой целью Армения устраивает провокации на границе, чтобы дотянуть до своего скорого председательства в ОДКБ, представить себя в качестве жертвы и поднять вопрос о необходимости вмешательства ОДКБ в большую войну со всеми вытекающими, отсюда разрушительными последствиями для нашего региона и стран-членов ОДКБ. Вот и все, что думаете вы, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.